Полиция. Помощник частного детектива? А при чем тут наше издательство? Простите меня, что я так расклеилась. Только вчера еще разговаривала с ней, живой и здоровой. А сегодня ее уже нет. Какие у Михеева были отношения в коллективе? Да нормальные. Она очень отзывчивая. Всегда охотно подменяла коллег. Но явных врагов здесь у Саши не было. Hi there, my name is Anna. I have a husband and three kids. We live in Khimki. Unfortunately, I'm super busy with my little ones and hardly find time to spend with my husband. Just two of us. I adore dancing, cooking, and I'm a bit of a ghost. Извините, может быть, вам нужна помощь? Вы, кажется, обожглись. Это не ожог. Это аллергия на мужа, подонка. Пожалуйста, не надо. Скажи, чего ты хочешь? Вернуться, Валя. Ты считаешь, после того, что было, это возможно? Вася, милый, я простила, но когда за тобой гоняются по всему дому с ножом... Мы здесь все друг о друге знаем. Кто замужем, кто в разводе. Личная жизнь у Саши особо, знаете, не ладилась. Ты мне с дочерью видеться запретил. Требовал, чтобы я пропала. И всю эту историю с моей смертью придумал. Я совершенно не в обиде на Антонину. Ну, вначале, конечно, позлилась, но когда разобралась, что к чему... А вот твой вот мужчина, он какой? Он самый лучший. Но, к сожалению, мы расстались. Ты из-за него из семьи ушла? Да, и целых полтора года мы были счастливы. Ты его очередная любовница? Можно и так сказать? Ну, ясно. Еще одна дура. Для начала я хотела понять, что между вами все кончено. Девочка, а ты в курсе, что Николай женат? Как только мы развелись, он зарегистрировал свой брак с другой бабой. Вася, ты же обещал. Ты тоже обещал. Прошу тебя, успокойся. Слушай, а давай умрем вместе, а? Хочешь? Все равно все этим кончится. Прошу тебя, не надо. Ради дочки, пожалуйста. Где вы были вчера вечером? Я была дома одна. И вас не удивило, что муж не пришел ночевать? Нет. Я привыкла. Во время игр он часто не ночует дома. Ну, кто это мог сделать? Вот в этом и вопрос. Это дело рук мужчины, скорее всего. Вы пойдете под суд, как соучастница тройного убийства. Какой срок мне дадут? Тянет на пожизненное.